змінена людина. Виставка проходить саме під такою назвою. Є справжньою квінтесенцією філософії мистецького руху «Ноу арт», засновником якого став якраз Борис Лур'є зі своїми однодумцями у 59-му році. І дійсно це така для нас, напевно, шокова терапія і щеплення від безпам'ятства. Борис Лур'є говорить, що його образованням, його університетом стали концлагеря, 4 концлагеря. В юном возрасте, например, его школьная любовь, девочка 14-летняя, была убита в яме. В этом вся суть, эти улыбающиеся женщины, эти пышные формы, это скажем, торт, который вдруг оказывается на пепелище. Борис Лур'є сопоставляет Холокост с порнографией, голые тела, голые мертвые тела. И вот эпизоды, о котором я, собственно, упомянула, самый конец войны, подошли американцы к Бухенвальду, в котором он находился, лагерь разбежался, Борис потерял отца, он прячется где-то в руинах, он избегает, там, чудом избегает смерти, и он понимает, что ему некуда деваться, как вернуться в концлагерь. Он возвращается в концлагерь, ложится спать, и вдруг чудо из чудес, перед ним где-то в конце барака появляется человек в шляпе. Человек в шляпе и в костюме. Он подходит к Борису. Борис узнает в нем своего отца, но это абсолютно такое наваждение, потому что он только что он видел его в этом в костюме, концлагерной робе, да, в униформе. И вдруг он видит человека элегантного в костюме, у которого какой-то там пакет в руке, он говорит: «Борис, быстро вставай, хватит там дрыхнуть, снимай пижаму и надевай костюм, жизнь продолжается». Спасибо всем.